Госкомитет национальной безопасности сообщает о перестрелке между войсковыми подразделениями на кыргызско-таджикской госгранице. Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт и продолжает обострять обстановку, говорится в сообщении пограничной службы ГКНБ. Сегодня ситуация в местности головной Баткенского района началась с перестрелки между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов, говорится в сообщении. В целях обеспечения безопасности граждан Кыргызстана пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме. Командовать тебе, командовать тебе тоже.